Закончили проклейку Mercedes шумопоглощающими материалами. Проклеили багажник. Проклеены арки, крылья в багажнике. Все проклеено это усиленным материалом толщиной от 8 до 10 мм. Вот так теперь у нас упакован багажник. Закончили также проклейку салона. Проклеили шумопоглощающий слой. Все одним ковром. Стелится по всему салону, клеится материал. Арки со стороны салона также проклеены усиленно. Так, наиболее шумные места автомобиля. Вот такой теперь у нас салон. И заканчиваем работу с дверьми. Третий слой на двери виброматериал. Все прокатывается валиком. И четвертым слоем шумопоглощающий. Так будет на всех четырех дверях. По левой стороне двери уже готовы. Передняя водительская. Все, доклеиваем одну дверь и автомобиль будем собирать.